Наш вебинар 15 числа будет посвящен о том, как компания девелоперская российской войти на рынок за рубеж, в какие страны это можно, какие схемы сейчас практикуются. Мы попросили наших русских ребят, которые там сейчас работают, которые представляют интересы локальных компаний, при этом не перестают работать с Россией, рассказать о том, что сейчас в принципе доступно, да, для расширения географии нашего девелопмента. Я надеюсь, что вы будете ждать.